Несколько автобусов сняты с городских линий Петропавловска после проведенного рейда. Перевозчиков-нарушителей совместно выявляли представители мэрии, автоинспекции и управления госавтонадзора. В ходе мероприятия проверялась информация, поступающая в администрацию города, об использовании перевозчиками автобусов, не прошедший конкурсный отбор. Проверяющие составили 11 актов. Их направили в управление пассажирского транспорта для проведения внутренней проверки перевозчиков и их подвижного состава. Так, в рейсовых автобусах была обнаружена грязь, поломанные сиденья в салонах и другие нарушения. 12-й. Да, перс линии, санитарное состояние, внутреннее оборудование не удовлетворительное. Да, до устранения недостаток. До устранения ничего не устранили. У него здесь подлокотников нет вообще, металлические части обороны. И внутри абсолютный бардак. Так что мы его снимаем на весь день. Нарушения всплыли и при проверке документов. Так, у двух водителей были выявлены заранее оформленные путевые листы, содержащие сведения о предрейсовом техническом осмотре и медицинском освидетельствовании. Путевой лист на автобусе. Медик стоит, меточка, что в 3:30 прошел медика, водитель, который заступит после обеда, который... Соответственно, еще дома, наверное, где-то отдыхает, уже выезд стоит. Соответственно, что контроль автобуса проверили в 16:10. И в 15:25 прошел медик, хотя время сейчас раннее, а водитель со второй смены заступит только после обеда. Теперь проверку по данным фактам проводят уже правоохранительные органы. Некоторые водители пренебрежительно относились также и к своему внешнему виду. Напомним, с марта для городских перевозчиков действует единый дресс-код. Это желто-синие жилетки с эмблемой Камчатского транспортного союза. Почему вы находитесь без формы в соответствии с договором? Жилетку почему снимаете? Ну, жилетку, форму снимаете. В администрации Петропавловска рассказали, что подобные рейды проводятся в городе регулярно, и напомнили, что пожаловаться на работу общественного транспорта можно, отправив сообщение в WhatsApp. Его номер вы видите на экране.